Приветствую вас, друзья! Сколько стоит продавать на Etsy в 2019 году? А на самом деле варианта два – бесплатно и платно. Если вам интересны все услуги Etsy, которые они предоставляют, прочитайте ниже под этим видео ссылку на мой блог. Я там перевела около 16 платежей разных, но сейчас мы разберем самые простые варианты. Как продавать на Etsy бесплатно, условно бесплатно и как платно. Первый вариант – бесплатно можно выставлять только листинги. Что это значит? Вы получили ссылку приглашения на ваш Etsy-магазин, открыли по этой ссылке, и у вас 40 листингов подарок. Это 40 листингов карточек товара. Вы можете на 4 месяца каждый товар выставить, и чтобы он находился на Etsy. Второй вариант, когда вы такой же ссылкой делитесь со своего Etsy-магазина, как и с вами поделились. И получается и вам, и вашему другу по 40 листингов бесплатно. Итак, следующий вариант, где все платно. Где все платно, это когда мы платим за что? За листинг 20 центов. В момент выставления листинга это карточка товара, и он будет находиться на Etsy 4 месяца, имеет право. Да? Следующий момент 5%. Стоимость товара $80, вашего, например, да, доставка $20, суммарно 100, вы платите 5% со $100. Следующий налог НДС, VAT, он может быть у вас, может быть, нет. Обратите внимание, что мы платим? 20 центов, да, 5% НДС. Давайте такой простой пример разберем, когда у вас что-то купили. У вас что-то купили, вы должны в конце месяца, да, суммарно, суммируются все услуги по Etsy, выставляется счет в первых числах следующего месяца, и в следующем месяце вы это все вместе оплатите. По чуть-чуть, по кусочку оплачивать не надо. Поэтому, что вы будете должны за один простой проданный листинг? Вам нужно будет оплатить по нему, да, 20 центов, а вам нужно будет оплатить 5% и НДС, если он у вас есть или нет. Вот и все получается, если у вас продался товар. Товар не продался. В момент выставления листинга вы все равно в любом случае платите 0,20 центов. 20 центов заплатили, все, товар у вас находится на эти 4 месяца. Но просто сидеть сложа руки, может быть, и не нужно. Почему? Потому что первая неделя, первые месяцы, если у вас не работает заглавная фотография, описание, теги, то вы можете уже работать и редактировать этот листинг. Поэтому, если ваши первые листинги не продают, что-то у вас товар не продается, нужно немножечко активнее работать. У вас все получится, не отчаивайтесь, не расстраивайтесь. Всегда есть условно бесплатные продажи на Etsy, но, естественно, платные. Если товар продался, то обязательно в любом случае 5% с оборота, да, вот именно с этого, вернее, с продажи товара, стоимость товара плюс доставка, вы должны будете оплатить в любом случае. А за листинг вы можете не платить, потому что если они у вас были бесплатными. Если у вас что-то непонятно, задавайте вопросы под этим видео. А если вы хотите прочитать больше, прочитайте про разные виды оплат на Etsy. Мои статьи, там около 16 их. Я вам желаю удачи и успеха на Etsy. У вас обязательно все получится. Все равно когда-то нужно начинать. Первые шаги не всегда самые удачные. Я вам желаю новых клиентов, нового магазина и всего самого лучшего. Удачи вам на Etsy. Пока! С вами была Прохоровская Светлана.